Здравствуйте, вы на канале Волкодав 05. Темно уже. Вышли мы на прогулку с микробом и с классиком. Вот в таких играх проявляются боевые качества. Микроб очень сильно похудел. После гор постоянно он там бегал, прыгал, ходил. Сейчас надо его восстановить, усилить питание, чуть-чуть физически подтянуть. И поехали на второй тур чемпионата Дагестана. Друзья, сегодня 22 октября состоялся впервые чемпионат по тестовым испытаниям среди отечественных волкодавов под названием «Лига сильнейших». Собак было не очень много, но все собаки были именитые вам знакомые собаки. Самурай, чемпион мирового Олимпа, перешел во второй тур вместе со своим соперником. Кабард 3, который победил у Шастика, перешел вместе с другим самураем, с питомника Давлетхан, Валерина Кабель, перешли тоже во второй тур. Где-то на 10-й минуте они остановились, и судьи их перевели на следующий тур. Помните, Ушастик, когда бился с Кабардом 3, Ушастик атаковал, Кабард как бы все время защищался, но концовку взял. А сейчас было совсем по-другому. Атакующая борьба была со стороны Кабарда. Ушастик на этом чемпионате тоже участвует. Ушастик выиграл своего соперника. Хозяин снял Кабеля. Значит, победу отдали Ушастику. Есть возможность, есть вероятность, что Кабард и Ушастик снова встретятся. Те, кто говорили, надо было дать еще один раунд, могут надеяться, что еще раз они встретятся. Так, кто еще там был на чемпионате? Панчер выиграл тоже очень серьезного кабеля. Но вот этот серьезный кабель, который был с Дагестана, говорят, что не в очень хорошем состоянии был, похудел на 10 килограммов, то ли его так погоняли. Но после драки кулаками не машут. Панчер выиграл. Всех победителей поздравляю. А всем подписчикам хочу сообщить новую новость. Создал я наконец-то телеграм-канал. Также называется «Волкодавы 05». Вчера я это сделал, загрузил уже видео Халка со своим соперником Барбос, по-моему, его звали. Там можете посмотреть на этот бой. И обязательно напишите в комментариях, если нужны вам бои, которые сегодня проходили. Я их тоже все ссылки оставлю у себя на канале. Обязательно заходите на канал. На канале только всего лишь одно видео. Есть, наверное, такие же созвучные каналы еще. Только не путайтесь. У меня на канале всего лишь одно видео. Первое видео от меня — Халк и Барбос. И сегодня закачаю вот с Лиги сильнейших несколько боев, если вам интересно. Далее. Ушастик 12 числа будет биться с Бунтарем. С питомника Курский лезгин. Маленький как пес. Очень мощный, очень красивый. Пусть победит сильнейший. Во дворе ночь. Просто решил вам скинуть информацию, что сегодня прошел вот такой чемпионат. Впервые он проходил. Чтобы вы
знали, владели информацией и сообщить вам о том, что создал я канал на Телеграме. Собаки бегают. Микроб сам себя тренирует. С Халком надо бегать самому. А вот микроб без остановки, как энерджайзер, сам бегает постоянно. Его невозможно уловить. Вон где-то там вдали я фонарем свечу. Вижу, что он там передвигается. Друзья, вы смотрите канал Волкодав 05. Ставьте лайки. Советуйте, советуйтесь. Вместе мы добьемся большего. Всем добра, удачи!